подписчики, взрослые дети. Сегодня мы с вами поедем на рыбалку в Приголубские плавни. Лодка накачана, мотор собран, заправлю. На улице конец марта, должна ловиться тарань и карась. Я беру свои поплавочные удочки и донные. Попробовал ловить камыше, меня протока в районе. Место. Удочка заброшена, поплавочная. Глубина около 40 сантиметров. Очень маленькая, вокруг камыш. Здесь тишина. Посмотрим, что будет клевать. Вокруг здесь рыбаки сидят далеки. Та глубина побольше. Здесь же глубина небольшая. Попробуем здесь. Не будет клевать. Поедем дальше на протоку, на глубокую. Будем пробовать ловить тарань на закидушке. Пока камыши не шевелятся, тишина. Рыба своего присутствия не выдает. Вот я рыбу нашел. Она была на этой протоке. Будем сюда еще ездить в это время. Место обалденное.
хорошее пошло. Течение хорошее пошло. Начало. Зып-зып. И кусты. Наверное, образуется дорога, что косяк рыбы ходит в сторону, меняет свое положение. Поэтому может быть временное затишье. На берегу рыбаков клев пока не наблюдается. Там идет сразу яма. Начиная от берега до 10 метров. А с этой стороны, с противоположной, там где камыш, начинается мель. Поэтому таранки предпочтительнее выходить на мелкие места, где больше корма. С берега туда не забросишь, поэтому во время заброса, запрета, туда не забросишь, клев заметно хуже. С рыбалки порыбачили успешно, рыбу искали, сильно много не нашли, уловчик есть небольшой, я думаю, килограмм 5, наверное, тарани есть, немного карасиков. Я думаю, что это не самый худший результат нашей рыбалки. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Взрослые дети». Всем пока.